Ванга разглядела у этих знаков зодиака особые дарования. Ванга была убеждена, что среди представителей зодиакальных созвездий есть те, которые обладают особым даром. Также провидица выделяла знаки зодиака, которые вполне могли составить ей конкуренцию. Овен. Представители этого знака всегда добиваются своих целей. Причина – каждый овен наделен сильным подсознанием, которое помогает им в реализации задуманного. Поэтому у него получается все почти как по волшебству. Однако, чтобы не потерять свой дар, овну необходимо думать и о других людях. Дева. Сложно уличить практичную и прагматичную деву в увлечении мистикой. Этот знак с усмешкой относится ко всему, что считается сверхъестественным. В природе девы заложено умение и стремление все спланировать. Однако у девы, как считала Ванга, отлично развита эмпатия. Иными словами, представители этого знака умеют хорошо чувствовать чужие проблемы, а потому способны дать по-настоящему жизненный совет. Но дар девы имеет и обратную сторону. Если в сердцах знак пожелает что-то плохое конкретному человеку, на все 100% проклятие сбудется. Поэтому не обижайте людей, рожденных под знаком девы. Стрелец. Помощь окружающим. Вот главная миссия этого огненного знака, по мнению Ванги. Такой дар у стрельцов с самого рождения. Главное – принять его. И тогда люди-стрельцы смогут оберегать от несчастья не только своих близких, но и случайных знакомых. А вот свои личные пожелания знак будет исполнять редко. Правда, Вселенная все-таки отвела время для личных просьб. В каждое полнолуние стрельцы вправе просить о своем. И все просьбы обязательно исполнятся. Водолей. С самого детства представители этого знака сильно отличаются от своих сверстников. У них особое мышление и восприятие мира, поэтому с одной стороны, водолеев признают странноватыми, а с другой, тянутся к ним, признавая их особую привлекательность. И Ванга считала, что такие таланты – прямой путь в сферу эзотерики. Так что водолеи вполне могут стать целителями или экстрасенсами, если разовьют в себе природные способности. Тем более, самому знаку дается немало намеков на это. И вещие сны, и воспоминания из прошлой жизни. Главное, серьезно отнестись к особенным способностям и активно развивать их. Спасибо за просмотр!